Ренька, еще прокомментируй свою игру, пожалуйста. Ну, что сказать, тяжелая игра, сами видите, моменты были в начале у соперника, то есть выход в 1-1, вытащил Серега Туранок, спас команду. Ну, в итоге так, будем так говорить, очень тяжелая досталась победа, потому что на выезде это всегда тяжело. Ну, приятно было играть, поле хорошее, идеально для того, чтобы показать игру. То есть, ну, сегодня мы победили, но не сказать, что соперник в чем-то уступил. То есть, хорошего уровня команды. Спасибо.